Здравствуйте, многоуважаемые! Вот и пришло время поздравить всех вас с этим замечательным праздником, наступающим 2016 годом. Несмотря на уходящий, тяжелый социально-экономическими передрягами и жизненными испытаниями, этот козлиный год мы все-таки с вами выдержали. Вместе мы пережили крах нашей драгоценной валюты. Вместе мы выбрали многоуважаемого Григорьевича, как минимум на 5 лет. И вместе в ужасе содрогнулись от происходящего у братьев наших украинцев. И при всем при этом, по прогнозам пророков и более влиятельных представителей, будущее белорусов будет очень и очень тяжелым. Поэтому, мои коханые, приходит время по-настоящему любить друг друга. Если у кого-то вдруг в запасе останутся пару бутлей, либо полторашек питьевой воды, будьте милосерднее, проявляйте свои лучшие человеческие качества. Ведь счастья на чужом горе не построишь, и рано или поздно и у вас иссякнет этот источник жизни. Поэтому призываю вас не жадничать и делиться с нуждающимися. Знаю точно, что многие уже забили свои погреба продуктами долгосрочного хранения, и я обращаюсь именно к вам. Будьте добры сердцем. Если увидали на тротуаре умирающую бабушку, насыпьте вы этой сраной картошки. Протяните руку с хлебом. Я знаю, что завтра все воздастся, и эту же руку протянут и вам. Во время сирены, спасаясь бегством, не забывайте о том, что спасая свою жизнь, вы можете спасти и жизнь своего глухо-слепого соседа. Держитесь вместе, не разбредайтесь, создавайте группы, ведь в лютые холода, которые вот-вот, намного-намного теплее. Не паникуйте и не вздумайте спасаться бегством. В поисках другого крова, либо уютного, более уютного места для выживания. Ведь кому как не нам знать, что у них в 3, а то и в 4 раза хуже. Поэтому храбрости вам, сестры и братья, духовной крепости, душевного спокойствия, крепчайшего вам здоровья, а главное любви. Ведь именно любовью мы победим любые недуги, и даже зло. Время героев впереди. Не забывайте, что мы вместе, а вместе мы сила. С наступающим вас Новым годом, друзья! Живи, Беларусь!